И любой, если вдруг вам попадется кто-то, кто скажет, что, знаете, я гений, потому что я с детства к этому шел, и вот у меня были правильные учителя, и они мне дали вот правильные слова, и я пользуюсь этими мудрыми принципами, всегда успешен, это значит перед вами такой пиздобол лютый, что вообще его надо гнать саными тряпками. Таким человеком нельзя общаться, это точно обманщик, прохиндей, жулик и шарлатан. Успех всегда у всех случайен, вначале. Но если перед вами человек, которому повезло, например, 5 раз подряд, пусть даже с перерывами, то значит он какую-то фишку просек. Этот человек понял какие-то основополагающие принципы устройства жизни.